Позвольте спросить, у меня всего один вопрос. Кто ты? Я Павлова, мне 20, учусь в Москве на дизайне. Я спросил, кто вы, а не чем вы занимаетесь? Я, блин. Понятия не имею. Кто ты? Ну, я личность современности. Красивое имя. Это все, что я знаю. Кто? Никто еще не сможет слечить людей. Я человек, который старается сделать себя и своих близких счастливыми. Я музыкант. Это все меня никак не определяет. Я — это отражение отражений. Я Альфа и Омега. Меня зовут Любовь. Учусь принимать себя такой, какой я есть. Попытаюсь не быть кем-то. Быть кем-то другим — это... Где заканчиваешься ты, и начинается другой. Быть никем. Это все равно невозможно. Я этой истории. Ведь когда ты пытаешься, ты являешь собой того, кто пытается это сделать. Не это процесс. С точки зрения меня. Не я — это я. Я — это все. Кто ты на самом деле?